Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в третий Resident Evil GameCube версию пешком с HD модом. Да, в прошлой серии у меня, к сожалению, зависло все и вылетел эмулятор, так что придется сейчас переиграть некоторые бои. Может, удастся более удачно сыграть. Червя одолеть и так далее. Ну и в этой серии начнем тогда проходить часовню. Так, ну что ж, попробуем. У меня, конечно, причиняет мне вреда. Ну давай, вылазь. Он сразу уходит. Так, что там у меня со здоровьем? Пока вроде коушен. При следующем ударе он меня уже убьет. Надо лечиться. Так, все, уходишь? Нет еще. А, ну все, он ушел. Сейчас даже получше получилось, чем тогда. Понажимаем выключателем, спустим лесенку. И сразимся в трамвае с Немезисом. Так, у меня даже три гранаты сейчас осталось разрывных, что довольно неплохо. Не скажу, конечно, что они прям очень заходят против него. Тем не менее. It looks like we're ready to go. Here, take this. Так, берем 6
этих как огненных. Николай won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. Так, ну, наверное, начну с разрывных. Да, конечно, сейчас я опять потрачу здесь. Не без этого. Так, выдержишь пару захватиков, Джо? Выдержу. Так, заряжаем огненные. Ну, а сейчас надо будет уже, наверное, лечиться, да? Да, сейчас надо лечиться, без вариантов. Он продолжает делать свои захваты. Так, ну... Постреляем еще. Давай. Так, я еще файн. Окей, все, уронили его. Отлично. Так, сейчас вот все нормально, ничего не сломалось. Все пошло как надо. Так, наверное, все-таки я выберу аварийный тормоз. Не окно. Так, я не получу халявные азотные гранаты от Карлса. Будет посложнее вот это вот, с таким вариантом. Так, тут у нас, наверное, сейчас будут вороны. Вот их тоже надо как или пострелять их. Лучше всего так всех нет, еще две осталось, еще одна. А, ну все, вроде ворон успокоили. Так, соберем тут сейчас. А нет, еще не успокоили, еще осталась одна. Ну лети сюда давай. Ты где? А, вот она. Я тут. Возьми меня. Ну ладно. Тогда вот собираем здесь три зеленых травы. Можно синих также набрать, потому что у нас пауки будут в часовне. Так, по-моему, через эти ворота мы сейчас не сможем войти, вернее, в эту часовню. Тут, наверное, сейчас будет закрыто. Да, с другой стороны, поэтому идем через другую дверь. Так, а здесь у нас позже зомбы будут. Пока проходим в сейв-рум. Откроем ящик. Так, есть у нас травы. Наверное, вот так вот сделаем.
И тут, наверное, порох тоже должен быть, я надеюсь. Я бы хотел азотные сделать гранаты на следующие бои. Да, есть как раз два желтых пороха и два красных. Подбираем их. Так, и тут также можно взять ключик. От часовой башни. Так, ну все, мы слышим, что потолок обваливается. Там где-то ходит Немезис. Так, сколько мне сейчас гранат дадут? 10 также, да? Немного. Пока что их убираем. Отмычка вроде мне не пригодится. Так, ну сохраниться можно, в принципе. Так, спрей я, наверное, уберу. Сделаем сохранку. И скинем ленту. Так, сейчас будут зомбы, и надо с ними разобраться будет. Может быть, я думаю, взять старый дробовик еще. Дострелять. Их будет несколько. Ай-яй-яй, зацепил, тварь. Да что такое? Давайте, вставайте, я хочу вас собрать. Вдвоем. Да. Потратился я, конечно. Не очень хорошо сыграл. Так, еще один поднимается. Точнее, тот же самый, надо добить его. Есть. Так, ну и возьмем еще зеленой травы. Подлечимся. Вот так вот. Так, один патрон еще остается. Гранатомет, я не знаю, убрать, оставить. Ладно, пока оставлю. Там пауки будут, а вроде огонь против пауков эффективен. Так, открываем ключом дверку. Сейчас будет сцена. Одна из моих любимых сцен в этой игре. Carlos, I don't believe it. You're alive. I'm not sure how we're gonna get out of this town. What are you talking about? We made it! You don't get it. They have no intention of letting us make it back alive. Do you really think we can trust their great evacuation plan? Huh, it's just a piece of paper. But we don't have any other choice than to trust them right now. No. If we're gonna die, then we should get to choose when it happens. So that's it then, huh? You're giving up? No. I just... can't handle it. Вот это вот пощечина Джилл Карлсу, конечно, это очень мощно. В ремейке вырезали, к сожалению, эту сцену. Ну и в ремейке много чего вырезали. Не только это. Так, ну что ж, идем в холл, наверное. Тут у нас сейчас будет новое оружие. Да, вот у солдата есть миномет.
Я не знаю, брать его, не брать. Его пока мне некуда даже взять. Хотя я могу сделать вот так вот. Смешать. И там спрей лежит. А вот насчет спрея я не знаю. Либо оставить его при игре за Карлоса, когда Карлос пойдет. Либо взять его сейчас с собой. Наверное, я его все-таки Карлосу оставлю. Так, откроем ворота, ой, эти двери на улицу. Так, сюда можно сходить еще. Правда, не знаю, зачем. Тут у нас, по-моему, пауки. Да, дверь закрыта вроде. А пауки очень... Но они не то что опасны, они скорее бесячие. Бесячие враги. То есть мне в них даже жалко тратить пули. Так, здесь у нас еще один сейв-рум. Ну не знаю. Гранаты можно пока убрать. В принципе. Миномет, в принципе, тоже. Не скажу, что оружие прям офигеть какое. Так, здесь ничего нету. Здесь вот что-то должно быть. Может быть порох? А, нет, здесь не порох. Здесь ключ, по-моему, должен лежать. Да, пороха здесь нету. Но вот есть ключ. И все. Лучше уходить отсюда, иначе зомбы появятся еще. Теперь нам надо на второй этаж подниматься. Там у нас будут пауки. И, собственно, битва с Немезисом уже. Еще одна скоро. Так, ну я, наверное, на пауков вот эту гранатку истрачу. Одного хотя бы. Огонь эффективен, потому что... Так, пауки, конечно, много не снимают, но неприятно все равно получать этот урон. Проходим. Поднимаемся на второй этаж. Здесь, кстати, можно... По взрыв-пакету стрельнуть. Но я не знаю, где он находится. И достал ли я кого или нет этим взрыв-пакетом. Так, ну давай. Какого хрена ты промазала, Джил? Ну охренеть можно. Взяла и промазала. Куда граната ушла, вообще непонятно. Но я лучше перезайду маленьких паучков. Лучше не видеть. Опа! А вот этого я что-то не помню. Немезис зарычал. Так, а что, я всех пауков убил, что ли? Посмотрим. А, да! Я взрыв пакетом двоих убил в тот раз. Интересно. Так, здоровье у меня опять хреновое. Ну сейчас вроде травы дадут, а или красные тут дадут травы. Так, применяем вот здесь ключик мы. Пускаем лесенку и выбрасываем этот ключ. Да, две красные травы. Но без зеленых они... Ну хотя как, у меня вот есть, в принципе, вот так вот можно сделать. Не помню, лежало там у меня еще зеленое в ящике. По-моему, уже нету больше. Поднимаемся сейчас в часовню. На самый верх башню в эту.
А, отлично. Тут у нас есть два пороха красных. Вот. Убираем их. Еще ленточка. Мины. Так, ну порох я пока уберу, наверное. Мне бы хорошо бы еще два пороха Б найти. Так, сейчас заряжаем гранатомет азотом. Потому что вот-вот уже сейчас будет битва. Так, что-то у меня по травам было. Нет у меня, к сожалению, зеленой травы. Это плохо. Это очень хреново. Так, ну тогда берем три спрея. Берем мины. А, нет, здесь не мины, здесь это какое, серебряная шестеренка. Так, ну и решим загадку музыкальную. Так, по-моему... Нет, вот это... А, надо наверх. Дальше. Б. Нет, Б наоборот надо вниз оставить. С. С наверх. Д. По-моему, тоже наверх. Да, не вниз. Так, Е. Е вниз надо оставить. И F. F, по-моему, наверх. Да, F наверх. Так, ну и нажимаем play. Проиграем мелодию. И сейчас получим ключик. По-моему, ключ Хроноса. Да, Хроноса. Соединяем его с вот этим ключом. Да, и у нас полностью собранный ключ Хроноса. Ну а теперь сохранимся. Сохранимся и готовимся к битве. Матчайнери рум. Битва очень нервная. Надо опять потратиться сейчас будет. Так, у меня есть, в принципе, обычные гранаты еще. По-моему, они не особо так эффективны против Немезиса. Даже не знаю, как быть. Так, пока серебряную шестеренку откладываем, наверное. Ну так он меня быстро завалит, конечно, с таким здоровьем. Да, скорее всего, я не выдержу даже одного захвата. Stars. Ну здесь можно что-то нажать. Но если ты хочешь полностью посражаться, то не надо ничего. Надо оставить как есть. Пока он не дойдет до тебя. Так, ну ладно, хотя бы один удар успел я от него выдержать. Блин, а мне... Лечилок-то не так уж и много. Сколько там надо? 6, по-моему, таких азотов. Да блин, не успеваю уворачиваться. Меня продолжает захватывать. Да что такое? Так, ну сейчас только лечиться. Деваться некуда. Иначе убьет.
Так, ну вот он ложится. Ни хрена себе. Так, вот сейчас надо как-то... Так, для обычной гранаты использовать. А, вот, все, готов. Так. И, кстати, да, он дает мне бокс с тремя спреями. Я вот забыл, кстати, про этот момент еще. Так что живем. Хотя вот следующая битва у нас вообще почти без патронов меня оставили. Очень трудно будет ее выиграть мне. Эх. Зато есть лекарства. Да. Так, ну что ж, идем открывать дверь теперь. Дверь Хронос. Кстати, вот тут картина есть очень интересная. Раньше я ее не замечал вот в обычной игре. Но вот в HD моде вот можно четко разглядеть вот эти все картины. Тут достопримечательности. Так, здесь, наверное, у нас сейчас опять будут пауки. А, кстати, там у нас, возможно, большие пауки появятся. К сожалению, пороха вот нет у меня. Вот тут кто у нас сейчас? Тут пауки у нас сейчас. Придется, наверное, с пистолета расстрелять. По-моему, 3 штуки, что ли. Дай-ка я перезайду. Да, хорошо бы еще бы найти 2 пороха Б, но нету. Так, берем у тела гранаты разрывные. Можно зарядить гранатомет. Так, ну вот еще один паук прибыл. Ты где, блин? Он где-то там. Сюда что-то не выходит. Так, наверное, надо... О, кстати, да, одной гранатки хватает, чтобы убить паука. Отлично тогда. Так, ну еще один остается. Ты где, блин? Где-то там. Ты еще жив? Охренеть. Ну ладно, тогда так. Все, зачистили. Проходим дальше. Так, а здесь сейчас будем камушки вставлять. Правильно. Так, берем... камни времени. Обсидиан. Кристалл. И амбар. Забыл, как у нас амбар переводится. Тут тоже рандомная такая головоломка. Так, ну попробую кристалл, это прошлое, сделать. Обсидиан по центру попробую. Хотя, наверное, это будет неправильно. Ну, а этот сюда. Надо же, с первого раза решил вот так вот. Удивительно. Так, ну и берем золотую шестерню.
проходим дальше. Так, здесь берем мины для миномета еще. Колокол Джилл не сдвинет. Это оставим для Карлоса. Так, ну а теперь возвращаемся в эту башню и готовимся к главной битве с Немезисом. К обязательной. Да, особо у меня воевать-то и нечем. Зато есть спрей. Здесь вроде делать уже мне нечего. Поэтому поднимаемся наверх. Идем. Достаем из ящика серебряную шестеренку. И запускаем этот механизм. Так, ну а теперь посмотрим, что у нас вообще есть. Есть мины. Есть миномет. Но это пока отложим в сторону. Так, два красных пороха. Можно на пистолет патроны сделать. Но тоже как-то спорно. Делать, не делать сейчас, я даже не знаю. Пороха Б все равно нету. Ну, давай сделаем. Чего оставлять-то? Будет как-то вот так. Так, еще один патрон остался в обычном дробаше. Надо его, наверное, дострелять будет. Так, ну миномет оставляю, отмычку позже возьму. Берем ленту. Магнума у меня нет, красная трава останется. Так, что мы сейчас возьмем с собой в руки? Я даже не знаю. Ну давай вот этот гранатомет тогда достреляем. Хотя он не особо эффективен. В него сохраняемся, может даже лучше будет дробаш взять все же. Так, ну и спускаемся вниз, но мне надо как-то рассчитать, чтобы у меня хилки еще на один бой остались потом с патронами, потому что будет час битва и будет еще потом. Патроны нужны будут, и хилки. Ну и урона я тут сейчас наполучаю, конечно. Так, пропускаем ролик. Джилл у меня еще отравлена. Ну, погнали. Так, выдержишь? Вставай, Джилл. Да, надо лечиться. Сейчас точно. Так, продолжаем стрельбу. Эх, еще на ногах. Да блин.
Нет, дробаш, конечно, скорострельный, но... Три патрона остается. Да что ж такое? Неужели опять лечиться? Наверное, да. Куда деваться? Так, ну три спрея останется. Мало как-то. Так, ну это он только первый раз у меня ложится. Так, а чем я его буду убивать потом? Ну, допустим, я сейчас беру гранатомет. Живучий сукин сын. Все, готов. У меня почти ничего не остается. Чтоб потом с ним воевать. Ну, три спрея есть. Ну, не знаю. Надо за Карлоса, наверное, будет одну фазу снять с него. October 1st, night. Ну, Карлс свои проблемы. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Так, вот нам управление перешло как раз к Карлсу. Откроем ящик. Можно взять нож. Не знаю, пригодится или нет. Ладно, давай закончим тогда здесь эту серию. Второго слота нету, ну ладно, запишусь на первый сюда. На этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса, всем удачи, услышимся в следующих сериях. Всем пока.